Кулецкім районе собака загрыз господиню. Следчыя высвятляюць абставіны смерти пенсіянеркі. Установлено, что 71-гадовая жанчына жила одна. Днем 27 мая до яе приехала сябраўка з Ліды. Выходзячы з падворка, гостя пачула крыкі аб дапамозе і, вярнувшыся да дома, убачыла, як сабака кусаў гаспадыню за ногі. З ран быў моцны крывацёк. Пацярпелая стала страчваць прытомнасць. Сведка здарэння паспяшалася па дапамогу да суседзяў, але было позна. Выратаваць 71-гадовую жанчыну не атрымалася. Супрацоўнікамі следчага комитета проводится проверка. Следователями с привлечением специалистов УГКС по Гродненской области осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина, опрошены очевидцы, назначено производство судебно-медицинской экспертизы. Установлено, что животное длительное время проживало у женщины. При этом хозяйка опасалась собаку из-за ее агрессивного поведения. Ранее она уже кусала пенсионерку. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Лидским районным отделом Следственного комитета. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, которые способствовали гибели женщины.